Всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать ноутбук Toshiba 1850-1UG. В нашем случае не работает разъем SD-карты. Ноутбук не определяет флешку. Будем разбирать ноут. Извлекаем аккумулятор. Раскручиваем все болты. Снимаем крышку и достаем винчестер. Выкручиваем еще один болт, после чего можно легко вытянуть CD-ROM. Выкручиваем остальные болты и переворачиваем ноутбук на другую сторону. С помощью лопатки поддеваем клавиатуру и отключаем шлейф. Откручиваем болты, и для безопасности можно отключить шлейф. Кстати, можем порекомендовать набор отверток в кошельке для мелкой электроники. Далее с помощью лопатки аккуратно раскрываем корпус. После нужно извлечь радиатор и кулер охлаждения процессора. Точно так же откручиваем болты и отсоединяем штекер питания. После отсоединяем контакты Wi-Fi антенны и извлекаем плату. Заодно почистим от пыли. Обнаружено, что контакты SD-карты обломались, из-за чего произошло смещение. Возвращаем обратно. В данном случае нужно просто припаять контакты обратно. Для удобной работы крепим плату на третьей руке, чтобы освободить руки. Обрабатываем канифолью и паяем. Готово. Собираем ноутбук и проверим работоспособность после ремонта. Ноутбук обнаружил SD-карту. Если данный выпуск был полезен, подписывайся на наш канал и ставь лайк. Всем пока!